Здравствуйте, меня зовут Юля. Приглашаем вас посмотреть это видео. Я работаю в Аншенской аналоговой технологии, несу ответственность на российский рынок. Мы самостоятельно исследуем и производим TEC-контроллер, TEC-охладители, раздельный драйвер, индуктор-комплекты, светоочные связанные продукты и так далее. Продукция в основе используется в отрасли водоэлектричества. Теперь я покажу вам продукцию. Смотрите, пожалуйста. Теперь я представлю вам термоэлектрические модули номер ATE-149. Эта серия термоэлектрических модулей включает в себя 49 бар Бельсия. Максимальное напряжение составляет 5,9 вольтов. Он имеет 6 различных значений максимального тока для выбора. В связи с этим составляет различные мощности. Термоэлектрические модули предназначены для точно управлять температурой объекта. Термоэлектрические модули хорошо совместимы с нашими контроллерами и терморегистрами. Именно образует систему терморегулирования с хорошей стабильностью параметров и высокой энергетической эффективностью. В долгое время терморегистр может стабильно и точно чувствовать температурные колебания. Если вас интересует наша продукция, перейдите к нашему сайту, пожалуйста. У нас есть два сайта. Первый – www.analogtechnologies.com.au. Второй www.analogti.com. Вам должен позвонить мне в любое время. 86-180-4533-7355. До свидания!